Ребенку такую тайну. Ребенок
Нажрался по самые уши тому минут 30 назад. И вот потому ты, Геракл, молчи, музыкант, ни шагу ступить ты не можешь. Но я тебе помогу. Примерно через 5 километров ты встретишь гидру, и удастся тебе отведать рыбки кусочек под соусом белым. О, Гера, твои слова придают силу моим пяткам, и с них опадают мозоли. Готов я взлететь из трясины и только до рыбки добраться. Вы мне! А, вы мне! А, вы мне!
ничто иное, как две огромные моркови. Куда ж деваться мне с красою этой? Куда девать проклятые морковки? Эй, девушка! Девушка! Вы рыбки ли отведать не хотите? Давай! А я пока рога пообломаю. Квадратный корень из минус единицы умножить на... Я Ньютон! Я под деревом сижу, я мыслями вокруг него прохожу. Я изучаю все его явления, но к моему большому сожалению пока что не является никто. И яблоки, к несчастью, не летают. Лето пролетело, все осталось позади. Лето пролетело, все осталось позади. Но мы-то знаем, лучше, конечно, впереди. Вот лето пролетело. Муж ученый, помочь несложно. Видишь эту пальму? Сейчас толкнем ее, и яблоки с неба посыпутся ростью. Спустите же через авгию в коробку.
от мужа Зевса. Письмо. Пиши. Пишу. Телеграмма. Телеграмма. Зевс великий, вот ты всемогущий, имеющий дом на Олимпе. Мне дом от медов помоги ты очистить скорее. Молния! Что там? Обернись! Голод болит! Вон видишь, ну. Там вилы, там трактор, там прочие нужные вещи. Работай, а я полетел быстро в отпуск. Эй, рыба, птица, все бегите к нам, мы будем.